Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илс, наступает четвертая ночь в Five Nights at Freddy's. Два дня до вечеринки. Мы здесь лежим, и нам говорят, что он ненавидит тебя. Кто меня ненавидит? За что? За что меня ненавидят? Мне это не нравится. Ладно. Ненавидит так ненавидит. Ты можешь встать, видимо. Я говорил то, что у меня очень плохо с английским языком, и я плохо иногда соображаю. Ты должен что-то сделать в это время, но ты должен поторопиться. Ты можешь уйти, но должен поторопиться. Вот. Ты можешь уйти, но должен поторопиться. Так, сидит какой-то чувак, подойдем к нему. А где твоя плюшевая игрушка? Моя весенний Бонни, Спринг Бонни. Ну, клево, мой батя говорит. Я должен быть... Я не знаю, он что-то ущипнет мой палец. Это ловушка для пальца, он говорит. Ловушка для пальца? Блин, какой-то наркоман. Слушайте, давайте вернемся обратно. Не-не-не, меня это не устраивает. Лучше уж с этими игрушками с наркоманом. Нет! Нет! Чё он мне говорит? Ты... Короче, ты что-то... Ты помнишь, что ты... Ты разве не помнишь, что ты видел? Типа, уходи отсюда. Что-то, видимо, в этом духе. Опа, девочка с зелеными глазами. Что-то там она живет ночью. Если ты умрешь, твое тело будет скрыто. И что-то там... Почему ты такой грустный? Почему ты выглядишь таким грустным? Смотри, там что-то про вечеринку. Опа, опа, я видел на цветке его увидел, да. Блин, сколько они здесь на английском еще будут говорить? Я не знаю, что ты сказал, что ты сейчас говоришь. Мне плохо с английским языком. Ха-ха-ха-ха-ха. Не один... Что ты там боишься? Ай, да пошел ты вон, блин, сидит какой-то мужик, смеется на тротуаре, прям алкоголик какой-то, наверное. Ладно, ладно, что... Опа, толстый парень с шариком. С розовым шариком. Ты идешь на вечеринку? Все идут на вечеринку. Говорит нам толстый парень с шариком, розовым текстом. Ну? А, подожди. Ты уходишь, по-моему. Это твоя... Твое день рождения. Ха-ха-ха-ха. Какой ты смешной. Да, это мое день рождения. Ладно, видимо, здесь ничего интересного, кроме... Того, что мы видим везде этого Фредди, этого самого хипстерского мишку. Он везде валяется, видите ли там на цветке? И здесь... Слушайте, он везде! Be careful. Я не помню, как переводится be careful. Будь... Careful. Как careful переводится? Напишите в комментариях, как переводится careful. Мне лень запускать переводчик. Да я не могу я сейчас это сделать. Нет, мы слишком... Отчаянно пытаемся бродить по этому дому и постоянно плачем, видим везде эти самые игрушки. Все-таки будет... Даже 8-битная игра меня испугала. Завтра будет новый день. Замечательно. Даже 8-битная мини-игра меня напугала. Просто супер. Веселье с плюшевой ловушкой. Ну, плюш-трап типа. Плюшевая ловушка. Так, это я знаю, об этом я читал. Получается, мы сейчас должны сидеть в этой комнате по звукам. Слушать и включать фонарик, когда он проходит. И словить его, когда он будет прямо возле... Тут! Стула. Вот. Слушал, пробежал, он там как раз пробежал. Будем внимательно слушать. Слушать. Опа! Нет, не он, какой-то заяц упал. Вот, вот, вот сейчас. Что-то у меня залагал control. Ну ладно. О! Замечательно! Грид! Супер! Дело в том, что за победу в этой мини-игре с плюш-трапом нам дают бонус в виде минус 2 часов к ночи, к четвертой ночи. Вот сейчас у меня было минус 2 часа, но я тогда сразу проиграл, и у меня почему-то ничего не записало, поэтому... Ну и ладно! Будем делать все по хардкору. Будем делать все полностью всю ночь. Потому что мы сюда пришли ради этого. Я вам честно скажу, если вы думаете, что эта игра очень простая, попробуйте сами в нее поиграть. Она далеко не простая. Где они там бегают, блин. Меня реально становится страшно. Постоянно, когда я здесь сижу, мне становится страшно. И в четвертой ночи все, с каждой ночью становится все сложнее и сложнее. И третью ночь я вообще еле прошел. И не знаю, как у меня будет с четвертой, потому что я здесь уже успел несколько
раз проиграть. Он был далеко, хоть я и услышал, он был далеко и не побоялся включить фонарик. И сразу, видите, только 12 часов ночи, они уже по 2 появляются. То есть еще немножко подождал бы. Это сзади. Это сзади бегали. Это бегали сзади. Сзади, сзади. Ну или где-то по моей... Ходит, ходит. Уходи, 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 сволочь. Уходи, пожалуйста, пожалуйста, уходи. Отлично. Так, все. Здесь все хорошо. Я просто побоялся, что я не заметил, как... Как же вовремя решил сюда посмотреть? Это капец. Только час ночи, а уже дважды меня бы они убили. Он далеко проходит. Он мне не страшен. Когда они далеко, они все тусуются на моей кухне. Все хорошо. Точно все хорошо. Они тусуются на моей кухне. Я об этом говорил в прошлом выпуске. И тут... Мы целую систему придумали, чем они там занимаются. Опять появляются эти сволочи, эти бесы, которые вселяются на моей кровати. Я не знаю, какое веселье они от этого получают, но они здесь все веселятся. Все веселятся и все. Может быть, и нравится мне пугать. Нет, там пустота. Кто-то бродит по моей комнате. Видимо, опять эти бесы бегают. Да-да-да, как я и думал. Я уже эти звуки, я, кстати, звуки шагов уже перестал путать. И они, кстати, вот в первых двух ночах в шкаф никто не забирался. А вот начиная с третьей ночи, они начали постоянно залазить в мой шкаф. Это капец просто какой-то. Постоянно Фокси сидит в моем шкафу. Это сзади. Я уже, в принципе, ориентируюсь здесь в пространстве. Да. Вы меня уже не пугаете. Вот кто-кто меня уже не пугает, так это вот эти вот. На кровати. Они просто здесь сидят и сидят. И что с того, что они здесь сидят? Я не знаю. Так, опять бродит туда ко мне на кухню пошел. Ха. Ну и веселитесь там. Я слышу звуки хрусталя! Опять! Опять! Божественный! Дорогущий! Хрусталь бьют. Нужно посмотреть... Да. Как я и думал. Снова появляется. Но уже 2 часа ночи. Потихоньку коротаем время тем, что бегаем туда-сюда. И я думаю, что у нас пока что все очень хорошо получается. Потому что мои прошлые попытки пройти эту ночь обвенчались полным неуспехом. Или полной неудачей. Ну что, полным неуспехом как-то странно звучит, согласитесь. Нет, шкафу по-прежнему пусто. Ну хорошо, что хоть в шкафу пусто. Нет, не бродит, все хорошо. Так, что у нас здесь? Ходит, ходит, уходи, 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 уходи. Ребят, перекреститесь, чтобы он ушел, да. Спасибо тому, кто перекрестился, он ушел. Опа-на, кто-то в моем шкафу! Сволочь, а? Забрался в мой шкаф, Фокси. Только мне стоило отвернуться, он уже в моем шкафу. Так, что у нас там? А там у нас ходят. И уходят. Целых 3. Блин, надеюсь, что никто сюда не пришел. Надо было сразу посмотреть. Нет, тут пусто. Тут пусто. И здесь... Ходят! Пожалуйста, уходи, 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 уходи. Я даже сидеть туда не буду. Даже не буду досветить. Пошел вон. Опять Фокси, ну ты хоть не покричал. Надоел, почему он постоянно забирается? Да превратись в уже маленькую милую игрушку и оставайся такой же самой маленькой милой игрушкой. Ё-моё! Сволочь, а? Ну капец просто. Ну там же ходит возле этой двери. Вот сейчас туда посмотрю, по-любому кто-то выскочит. Я даже не испугался, это было вполне ожидаемо. Ё-моё! А я вот стою возле открытой двери и буду посветить фонариком. Да, снова дожил до 2 часов ночи. Ха-ха-ха, я знал, что ты там будешь. Снова дожил уже до 3 часов ночи и ходит, ходит, ходит. Уходи, быстро, быстро, у меня нет времени здесь с тобой нянчиться, уходи отсюда! Ушел. По-любому... Далеко, далеко все-таки бродит. Боялся посидеть фонариком, потому что... А! Достал! Вот почему ты меня пугаешь? Ну я же... А! Достал! Сволочь! Превратился в маленькую милую игрушку. Знаете, чем учит нас эта игра? Что не все есть такое милое, каким оно является на самом деле. Далеко. Или вообще не ходит. Мне в последнее время начинают мерещиться звуки. Да. Вы мне уже только смешными кажетесь. А! Ходит, ходит. Уходит. Ходит!
ходит, ходит, ходит. Уходит. Уходит. Ушел. Точно ушел. По-любому, даже сидеть да не буду, я уверен, что он ушел. А здесь ты как появился? Почему так все сложно? Что-то потихоньку эта игра начинает меня злить. Опа, опа, Фокси, Фокси, Фокси. Выскочи! Ожидал, ожидал, ожидал. Так, все, превращайся обратно в этого... милую игрушку, да-да-да-да-да. Так, все, хорошо. Нет, не ходит. А в этой... блин, постоянно забываю проверять эту кровать. На ней постоянно появляется такая куча всех этих уродов. Или бесов, я не знаю. Я не знаю, как их зовут. Я постоянно забываю их имена, забываю имена всех остальных, у меня с этим проблема. И для меня все одинаково страшные. Только запомнил, что Фокси в шкафу, потому что кроме... Фокси! Никто так шкафы не любит. Мне нравится, что когда второй раз он появляется в шкафу, он уже не кричит. Не люблю, когда на меня кричат. Просто не люблю крики. Все хорошо. Все хорошо, ты опять милый. Блин, мой фонарик что-то начинает лажать. Все нормально. Там никого нет. Здесь никого нет. Хорошо. Как вы достали? Нет, нет, это собака какая-то лает. Я надеюсь, что собака на улице, потому что если бы собака была в моем доме, то она была бы самой бесполезной собакой в мире, потому что даже от каких-то плюшевых зверей защитить не может. Фокси уже не страшен для меня. Я уже привык, что он сидит в шкафу. Ну и сиди в этом шкафу. Ха. Нужен тебе мой шкаф. Ха! Ходит, ходит. Я уже пугаюсь звуков. Уже знаю, что он там. Ушел. Уже знаю, что он ушел. Боюсь проверять, но знаю, что он ушел. Боюсь проверять, но знаю, что он ушел. Там никого нет. Ходит. Прямо здесь, прямо вообще по духам. И уходит. Услышал, как он уходит. Так, 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 так. Опять Фокси. Блин, просто здесь даже дождаться до того, как полностью мы будем уверены, что он ушел, невозможно. Я это осознал, потому что даже проверять фонариком уже нет смысла. Нужно полностью ориентироваться на свои слухи, не более. Потому что иначе мы не успеем. Так, здесь ходят далеко. Ну и ходите там. Ходит, ходит. Да, 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 я прошел! Я прошел четвертую ночь! Ура! 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 Наконец-то! 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 Один день до вечеринки. И что будет за один день до вечеринки, вы узнаете в следующем видео. Поэтому, чтобы его не пропустить... какой-то хаос здесь творится. Чтобы его не пропустить, подпишитесь на канал Доктора, обязательно, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк, обязательно, сейчас, прямо сейчас под этим видео поставьте лайк. Поставили? Ну тогда огромное всем спасибо за просмотр. Оставьте комментарий и не забудьте заглянуть на мой канал, ссылка на который есть в описании. Всем пока. Ждем опять, чтоб пригласить вас погулять. С новичками поиграться, эти годы были одни. И мы теперь обречены, мать и забытый петушки. Всю жизнь и прочую не